Ребят, всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Сейчас поиграем в Drive Ahead Sports. Давайте выполнять дальше задание. Футбол у нас продолжается. Так, забираем билетики. Ё-моё-то. Так, ребят, продолжаем. Это такое. Обучение. Прыжок с разгона. Используй прыжок, чтобы забить гол. Поехали. Используй прыжок с разгона, чтобы забить 3 гола. Прыжок с разгона, чтобы забить 3 гола. Ой-ой-ой-ой. А, нам надо же жмать еще кнопочку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребята, над головой, что ли? Ща-ща. Все. Клевый бросок. А-а-а! Не получилось. Так, попытка номер два. Ать! Блин, перелет, ребята. Дайте нам мячи. А где они? Ребят, пропали мячики у нас. Ладно, ждем. Сейчас у нас начнется мячепад. Просто начнется мячепад. По идее, должно. Ребят, ничего не происходит. Ладно, я то, что ныряю вниз. Где мячи, вы мне скажите? А, спасибо. Слушайте, мячики-то где? Где мячи? Все, все у нас пропало, ребят, не понимаю. Так, 3 гола нам нужно забить. Ой-ой-ой. Есть. Так, 2. Три. Обучение пройдено. Так, посмотрели рекламку, ребят. Ну что, давайте дальше. Хаос с мячами. Победи, пока действует правило мгновенной смерти. Победи, пока действует правило мгновенной смерти. Победи, пока действует правило мгновенной смерти. Так, ребятушки. А! Ты куда? Ё-моё, ребятушки. Мечепат у нас пошел. Кто кому забьет сначала? Ёшкин. Ты мой Рёшкин. Ребята, тут слишком много мечей. Кажется, в мои ворота прилетает мяч. Ладно. Бэмс. Ох ты ж! Это финтушечка была. Ей загнал. Нормально. 1-1. Максимально. Ой-ой-ой, мы умеем стрелять с вами. Ребят, что происходит? Почему мяч улетел в ту сторону? И, короче, я сам себе гол забил. Бэмс, давай. Бэмс! Дай. Ниндзя, стой. Ребята, ниндзя меня просто на изи. На изи просто удел. Правда, один гол я сам себе забил, ну ладно. Бамс. Ё-моё, куда улетел-то опять? Давай, ну почему? Ты какого лешего? Я в свои ворота, ребят, забиваю. Может мне тогда в свою сторону гнать мячи, чтобы... А куда мяч делся? Слушайте, реально, может мне в свою сторону гнать мяч, чтобы он отскочил от этой штучки снизу. Давай! Малыш, есть, ребят. 2-1. Давай. Ух ты, я пестиком по нему попал. Слушайте, здесь, кстати, почему-то в этом режимчике у нас мячи сильно не отскакивают. Но. Есть. Наконец-то. Победа. Так. Опять рекламка. Секунд 5. Мы ее пропустим. Интернет нельзя отключать, ребята, иначе у нас вроде как режимы не работают. Хотя здесь должны работать, наверное. Ладно, давайте по этой стороне идем пока, ребята. Безупречный Голиаф. Выиграй в игре, не потеряв очки.
Но это будет сделать, наверное, непросто на самом деле. Так, опять у нас... Опаньки, 1-0. А ему достаточно один забить. Один гол. Давай, 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 малыш. Есть. Пока что все очень просто. Главное. Главное первым... Блин, какая... Какая битка-то. Главное, ребята, первым бить по мячу, и тогда все будет нормально. Опа! Видал, что умею. Ач! Давай еще по мячу умеем стрелять. А! Ой! Ай, не делай глупостей. Ах ты ж. Росеночка, все, атакуем, ребят. Давай, давай, есть. Закатилось. И последний мяч. Только не в мои ворота. Так, ниндзя, успокойся, оставь ты этот мяч в покое. Бамс, блин, 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 блин. Нет, только не в мои ворота. Ай, ниндзя, уходи. Ай. Мечипад начинается. Ребят, мечипад, нет, только не в мои ворота. А, почти закатилось в его ворот. Почти закатилось, ребят, нужно успеть, пока он... А, не успел. Папа вам в ярости. Давай. Опять начинается все заново. Ой, плохое начало. Так, отлично. Не закатилось. Ай-яй-яй-яй. Мы ему поможем. Или он сам себе поможет. Есть, наконец, ребят, пройдено. Встречайте. Очередная рекламка. Драйв заводит. Ну что, продолжаем по этому ряду идти. Неровный матч победит двух оппонентов. То есть против меня сейчас будут стоять два сразу игрока, что ли? Вау, вау, вау. Ну, в принципе, это не проблема. Потому что... Так, кстати, тачка не очень. Тот, та тачка с пистолетиком была. Ой-ой-ой. Слушай, слушай, не делай глупостей. Ниндзя. Все-таки забил. Но здесь хоть три гола нужно забивать. Эх ты! На этот раз у нас чувачок с пистолетом. Это круто. Нормально, еще и спальнул по ней. Опаньки. Ребят, еще и умудрился по ней пальнуть. Пока что я проигрываю. Причем сухую причем. Ребят, 3-0, вообще на изи. Ладно, буду ждать, обороняться. Ух ты, вот это я ему зарядил. По нему прям, ребят, да, из пистолетика. Ё-моё, опасно. Опасно, ребят. Не трогай мой мяч! Их ты ж, ё-моё, ну почему так неудачно-то? Ребята, 0-1 пока, мы проигрываем. Ать! Перехватили мой мяч. Гол! Есть, наконец-то, 1-1. Давай! Я сейчас кого-то с пестика. Оттеньки. Слушай, пистолет такой убойный на самом деле. Он реально так дамажит. Ух ты, аж залетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, обороняемся. Есть! 2-1. Не делай глупостей. Нет! Не подходи к нему. Мячик пусть падает вниз. Ух, ребят, я вытащил этот мяч все-таки. Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не-не, стоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй-ей-ей-ей-ей, потише, ребята, ребят, потише. Я даже не знаю, что происходит. Короче, сейчас сами мячи закатятся. Или я первый, давай, давай, там куча мячей. Есть, наконец, я выиграл. Фу, так, откроем сундук. 50 монеток. 50 монет, потратил 100, получил 50. Нормальный размен. Так, ребят, обшивка шлема разблокирована. Давайте еще разок.
Обшивка шлема разблокирована. Девчоночка, шлем для девчонки вроде как. Ой-ой-ой. Все-таки, наверное, интернет надо отрубать в этой игре. В принципе, без нее он должен идти. Так, давайте посмотрим, что здесь, ребят. Так, хаос с мечами, переживи мгновенную смерть. Надо было чувачка... А, его и дали, в принципе. Так, а что значит переживи мгновенную смерть? Ладно, защищаем мы с вами. Ай, задача провалена, ребят. Сколько секунд надо продержаться? Так, повторить. 27 секунд. То есть нам чисто нужно охранять ворота. Наша задача чисто сохранить ворота. В течение 30 секунд буквально, ребят. 10 секунд остается. Давай, куча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще и взрывается. Подожди, подожди, 5 секунд. Есть. Есть, задача выполнена. Вот это что-то, ребят, интересное было сейчас. Необычно интересное что-то было сейчас. Давайте дальше. У нас два билетика всего лишь остается. Как раз обучение, как стрелять. Стреляй мечом. Блин, еще и обучение у нас за метод, за билета. Я думал, обучение у нас будет бесплатно. Давай. Не попал. Давай. Бам. Бам. Клевый бросок. Прям с прыжка я ему зарядил, ребят. И что? Давай. Нет, перебор. Бэмс. Так, два раза нужно по нему попасть, получается. Понятно. Допусти ты свою пушку. Раз. Или куда-то он там все-таки мячик закатывается. Наверное, там ворот стоят сзади. Так, 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 так. Ребят, ну что, у нас билетов все больше нет. Наверное, пока на этом мы с вами завершаем выпуск. Так, 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 да, билетов у нас больше нет. А как их получить можно? Просмотрами рекламных роликов нельзя, да, можно купить. Либо нужно ждать, ребятушки, либо нужно ждать. И три билетика нам дадут. Через какое-то время, наверное, нужно зайти. И здесь опять будут у нас в мыльных пузырях летать эти билетики. Соответственно, их нужно будет собрать. У нас есть другие режимчики еще. Ну ладно, ребят, на этом все. Тогда подписывайтесь на канал Папа Фан 2 Машинки. Еще просьба подписаться на канал Папа Фан. Там у нас разные игры. Здесь про тачки, а там разные. Надеюсь, вам понравится тоже. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте, жмакайте на колокольчик, не забывайте, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем удачи, ребят, и пока-пока!